Пионерлагерь имени Лаврестина. Главная беседка. Площадь Зари. Когда-то здесь выстраивались пионерские отряды. Теперь все заросло. Старая отметка еще есть. Вот она. Да, но старая отметка осталась, кто помнит, кто играл в народный мяч. Впереди столовая, точнее, что от нее осталось. Слева пионерская комната, кто помнит. Подмоги. Страшно заходить. Да, даже все. Страшно заходить. Обвалится все. Я не пойду туда. Страшно. Не, ну да, страшно. Хочешь, иди? Давайте я сниму немножко кусочек столовой. Да, вспоминаешь свое детство. То ли там кто-то ходит. Не пойду. Юля! Юль! Показалось, что там кто-то ходит. Может, это ветер, конечно, гуляет. Но не рискнул я подниматься выше. Сейчас покажем вам корпуса. Это все столовая. Все заросло абсолютно. Беседка там была, где мы в теннис играли. Да, в этом корпусе старшие пионеры жили. Ой, пробираться тяжело.
Просто ужас. Что стало с нашим лагерем? Корпус, где младшие пионеры жили. Была. Ну что, вспоминаете? Даже двери открыты. Не пойду я туда лазить. Кто помнит, когда-то здесь карусель была. И что хорошо осталось, так камень. Сейчас я вам его покажу, где написано: аллея посажена комсомольцами завода в честь 35-летия победы в Великой Отечественной войне. Это единственное, наверное, что так хорошо сохранилось. Кто помнит, здесь был домик двухэтажный. Сейчас домик это уже новый построили. Его уже снесли. Вон там, который вы сейчас дом видите, он уже у дороги. Это относительно свежий дом. Там у нас хозяйственные ворота были. Вот с тех времен еще лавка тут осталась. И там еще одна в дерево выросла. Здесь у нас когда-то котельная была. Вот на этом месте в банные дни мы белье сдавали. Сейчас уже даже не поймешь, где это место. Этого здания вообще не осталось. Здесь уже вон елки растут на месте котельной. Когда-то здесь мылись мы.
Хотел я показать столовую, да? Не понял, то ли там кто-то ходил, то ли ветер так сильно гулял. Не стал я рисковать туда подниматься. Просто угробили хороший пионерский лагерь. Да нет, они закрыты. Часть открыта, часть закрыта все время было. Нет, все разгромлено там. Банька только еще жива. Тут замок, по всей видимости, Мукасей сюда иногда наведывается. Вот там стулья еще видно, которые были в клубе, где мы кино смотрели. Ну, пойдем на выход. Банные ворота. Сейчас 18-й. В каком году последний раз тут действовали все еще? Не помню, какой год. 90-й. Середина 90-х где-то, наверное. Не, 6-й еще. Это еще что-то было. Ну вот здание, где повара жили. Обратите внимание на крышу. Окна все заколочены. Дверь закрыта, заколочена, наверное. Не попасть нам вовнутрь. Ну ладно, будем выбираться с этих джунглей. Всем пока.